Я считаю, что тот уголовное преследование, которое ведется против Юрия Миля в Литве, оно незаконно, нелогично и несправедливо. Если можно судить бывшего офицера Советской Армии, то его надо судить по советским законам. И использовать законы Литовской Республики, которые были приняты после изменения государственного строя, это вопиющая несправедливость. К тому же применять такие термины, такие обвинения, как там, геноцид или там преступление против человечества в отношении действий по подавлению гражданского протеста, это недопустимо. То есть мы, конечно, не можем сказать, что убийство 14 человек – это несущественный факт. Нет, это, конечно же, трагедия, то, что случилось около Вильнюсской телебашни, но надо все-таки разделять. То есть подавление массовых беспорядков и случаи геноцида и военных преступлений. Это разные проступки, и по ним следует совершенно разное наказание. Я так понимаю, что вместо господина Миля на скамье должны были сидеть те военачальники и политики, советские, российские, которые допустили нарушение советских законов в то время, когда они отправили армию для противодействия сторонникам независимости. Но при чем здесь рядовой офицер, который, от рук которого не погиб ни один участник протестов в Литве в 1991 году?